14-летние подростки перед вручением своего первого взрослого документа испытывали понятное волнение. До начала церемонии ребята признались, что получение паспорта для них не пустая формальность. Во-первых, я начинаю брать ответственность за свои поступки. То есть не мама, получается, будет виновата, а я. Вот. Это первое. Во-вторых, ну, я могу устроиться на работу 2 часа, например, в день. И как бы, ну, хотя бы какой-то заработок свой у меня будет. Рядом с виновниками торжества их родители, для которых, кажется, это еще более волнительный момент. Дети растут, взрослеют. Паспорт – это уже документ после свидетельства о рождении. Конечно, это все волнительно. Поздравил с важным событием и вручил первые паспорта юным жителям муниципалитета заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин. Это ответственность. И самое главное, чтобы, получив этот документ, став гражданином, смело надо идти вперед, шагать, делать такие поступки, такие дела, после которых наша Родина, наша Россия становилась бы более великой, более могущественной. Получение документа, удостоверяющего личность, в торжественной обстановке для многих ребят стало настоящим праздником. У меня тут подруга получала паспорт. Ну, я тоже решила попробовать, почему нет. В МФЦ предложили, мы согласились. Это очень важный день. Я рад тому, что получаю паспорт. Это знаменательный день. Паспорт – очень важная вещь для меня. Спросили, хотим ли мы, да, и сказали, что постараются, очень постараются сделать так, что, несмотря на то, что лето, сделать, чтобы ребенок получил в торжественной обстановке паспорт. Это за это очень большое спасибо, потому что мы не ожидали. Спасибо. Мы, конечно, волнуемся за него. Мы рады. Только был вот совсем маленький, уже вот скоро выше меня будет. Вот. Серьезно растет, ну, уже как бы серьезность документально уже подтверждена. Для Софьи Громенко наличие паспорта – возможность попробовать свои силы в будущей профессии. Я увлекаюсь дизайном и в приложениях делаю дизайны мебели, комнат и как бы… Это мне поможет поступить куда-то. Да. Несомненно, этот день ребята запомнят надолго, как один из самых важных в своей жизни. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.